Еще в середине прошлого года на этом месте был глухой пустырь. По словам местных жителей, окна которых выходят именно на это место, здесь была стихийная свалка и заросшие кустарники. Ныне здесь красуются облагороженные детские игровые площадки, установлены везде по периметру лавочки, подведено освещение. И, к слову, этот инфраструктурный проект обошелся бюджету в 350 миллионов тенге. Алматы во все времена был зеленым городом из-за большого количества деревьев. Горожане всегда поднимают вопрос увеличения фонда зеленых насаждений и благоустройства придворовых территорий. В 2020 году в Алатауском районе в рамках программы «Дорожной карты занятости» реализованы 15 инфраструктурных программ, в том числе 7 скверов, которые мы сейчас в одном из них находимся, сквер по улице Мюнкеби. В 2021 году у нас есть 301 проект, которые будут реализованы в рамках программы «Бюджет участия города Алматы». А вот жители тех микрорайонов, куда еще не дошла череда комплексных мер по благоустройству, предпочитают выезжать с семьями в соседние районы. Вот и Касымбек Сугиров признается, что для детей хотя бы раз в неделю устраивает туристические прогулки. С микрорайона Шаңырак приехал, чтобы детей на площадке, чтобы они играли. А я каждый день просто проезжаю здесь. Каждый день проезжаю, то есть работа, дом, каждый день проезжаю. Месяц-два, наверное, быстро посмотрю. Все в каждом микрорайоне, в каждом дворе, в каждом... В этом была вот такая детская площадка. Хорошо же, когда детская площадка, чтобы дети играли. Облик мегаполиса меняется год от года. Задача городских властей – сделать Алматы комфортным для проживания. А самое главное, чтобы все было в шаговой доступности. В 2020 году на территории Наурызбаевского района в рамках проекта «Дорожная карта занятости 2020», а также пилотный проект «Бюджет участия», в рамках этих проектов было построено у нас 9 детских игровых и спортплощадок, а также 6 пешеходных прогулочных зон. На текущий год у нас сейчас запланировано в рамках пилотного проекта «Бюджет участия» запланировано строительство 10 спортивных и детских площадок. Также планируем провести строительство 10 пешеходных прогулочных зон. Грандиозные планы местной администрации, основанные на предложениях алматинцев, находят быструю реализацию. Роман Нощенко, Мирей Сабеков, телеканал «Алматы».